Основной этап всероссийской переписи населения подошел к концу. Органы статистики приступили к подсчету данных и проверке информации. Съемочная группа программы «Вести Ульяновск» поинтересовалась у специалистов, как проходил процесс в нашем регионе. В 2021-м россияне получили возможность стать частью многомиллионного моментального снимка. По всей стране учетом численности занималось 268 тысяч переписчиков. Из них 2235 в нашей области. Работало 45 тысяч стационарных переписных пунктов, около 400 в Ульяновском регионе. У нас начался не менее важный этап по переписи населения. Это обработка полученных переписных данных. Анализ этих данных, которые мы получили из разных источников. И это получили данные и от переписчиков, и от стационарных участков, и с портала госуслуг. Важно сверить всю полученную информацию. До окончания проверки называть какие-то данные преждевременно. На большей части территории Российской Федерации перепись населения 2021 года завершилась 14 ноября. Однако в труднодоступных районах страны она продолжится до начала декабря. Первые оперативные данные о переписи 2021 – станут известны в январе будущего года. Значительная доля статистики так или иначе основана на данных переписи. Ну, кроме органов власти, эти данные ждут, этими данными будут пользоваться при разработке научных трудов, для построения прогнозов, основанных на данных, да и много-много другого, все даже не перечислишь. Окончательные итоги всероссийской переписи населения обнародуют к концу 2022 года. Игорь Кранцев, Денис Миронов, «Вести Ульяновск».